реактивный авиационный комплекс дальней авиации ПАК-2, российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения, разрабатываемый компанией УАО «Туполев». Проект не является развитием или модернизацией уже существующих машин, а представляет собой принципиально новый летательный аппарат. Работы по проработке концепции изделия начались в 2009 году. Первый полет предполагается осуществить в 2019, принятие на вооружение к 2025. В будущем ПАК-2 должен заменить стоящие на вооружении российских ВВС самолеты дальней стратегической авиации Ту-95 и Ту-160 и частично взять на себя функции Ту-22М3.